Режиссеры, профессионалы и киношники-любители. Ровно месяц те, кто что-либо снимают в Челябинске, приносили работы на суд жюри. И вот церемония закрытия. Итоги кинофестиваля «Город в кадре» подведены. Мы обратили внимание на следующую особенность. Любители кино, кинолюбители, вернее, пытаются смотреть, оглядываться на большой кинематограф и отчасти подражать ему. Жюри присудило награды за профессиональные с точки зрения законов кинематографа работы. Однако мнение зрителей с вердиктом абсолютно не совпало. Фильмы, как я понимаю, все-таки должны быть ориентированы на зрителя. Не на профессионалов, на тех, которые смотрят там операторскую работу, режиссерскую работу, там еще что такое. А на зрителя, на обыкновенного обывателя, который смотрит по телевизору эти фильмы. Все-таки хотелось, чтобы в следующем году концепция немножко изменилась, чтобы не взгляд был не столь профессиональный, сколько, чуть-чуть. Я повторяю. Ой, как интересно. Профессиональный взгляд рассматривает максимально эмоциональное воздействие на зрителя. Потому и оценивается, профессионально это или нет, потому что максимальное произведено воздействие на зрителя или нет. Но приз зрительских симпатий очень отличался от фильмов профессионально оцененных. Правильно. Вот все, что я хотел сказать. Профессионалы проголосовали за мастерство. Первый приз – студенческая работа «Подснежники». Лучшей, по мнению зрителей, стала история про мужчину, которого не пускают домой. А что случилось? Вас не пускают домой? Ну, я уйду. Давайте мы постучим, может быть, вас пустят. Как-то договоримся, может, помочь? Или про чудаков-экскурсоводов на Кировке. Нормально, люди здесь, короче, весь, короче, коллектив, короче, собирается, весь, как бы, город, короче, собирается и там общается. Нет, там. То есть, посмотрите, вот, это, вот здесь, короче, как бы, да, вот здесь, как бы, все такое собирается, все такое интересно. Вот, молодежь, короче, собирается, все интересно пообщаться. Лучших по версии зрителей тоже наградили специальными призами. В следующем году киноотбор доверят независимым экспертам, столичным телезвездам. В фильме.